Виталич, ну давайте, наверное, с самого начала. Наверное, Лунинец – это не самый удачный вариант в 1/16 финала, потому что поле здесь оставляет желать лучшего, это все знают. Ну и поле, погодные условия были, конечно, ну, выбирать уже не приходится, какой пал жребий, так какой пал. И плюс нам надо все-таки смотреть будущее, все-таки Лига Европы скоро, и надо набирать. По тренировочному процессу мы уже опоздали, только через игры, поэтому максимально дал ребятам максимальную нагрузку дал, чтобы вот. Главное, что никто не поломался, все живы, здоровы. Ну и опять же наши проблемы, они были явно видны здесь. И, понятно, их очень много проблем. Ну, будем постепенно их решать. Тяжело складывался матч, особенно первый тайм. Ну, соперник очень хорошо оборонялся, очень компактно. Мало было вот пространства. Вот, и мы сами могли даже получить один стопроцентный момент, и еще были подходы у соперника. Ну, хорошо то, что закончилось хорошо. Ну и довольны, конечно, что посмотрели наших вот, ближайший резерв, посмотрели тех ребят, которые мало играли, на кого рассчитывать. И скажу, очень много информации на будущее. Судя по всему, удалось найти правильные слова в перерыве к ребятам, потому что первая атака после свистка сразу гол. Ну, правильно сыграли. Потому что постоянно шли передачи, очень неточные, за спины, а за спины бежать некуда, плюс не было поддержки. Вот. И, ну, ребята молодцы, сработали, хорошая была, хорошо Кирилл сбросил, продлил, и как бы, с первой же атаки забили мяч. Ну, вот. Ну, в целом хорошо, что немножко во втором тайме уже почувствовали уверенность, уже легче было и мяч контролировать, и все. И два парня 2002 года рождения сегодня дебютировали за Минское «Динамо». Как вам их игра? Молодцы. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как Лях вышел, вошел в игру. Иванов на своем уровне сыграл. Ребята вышли смело, предлагали вперед, бежали. Видно, что в хорошем игровом тонусе находится. Вот. Я очень понравилось их, именно вот, их это вот желание. Понятно, что где-то будут ошибаться, все, но... Через 3 дня игра, следующий матч, опять на выезде, опять ехать в Могилев. Насколько тяжело вот команду готовить физически, именно учитывая такой непростой календарь? Ну, нам выбирать не приходится. Я считаю, что, конечно, нам лучше было бы, чтобы были недельные циклы. Плюс, когда у тебя есть обойма, это проблем не было бы с календарем. Но, конечно, состояние ребят оставляет желать лучшего. Вот. Ну, будем тогда набирать уже через игры. По другого выхода у нас нет. Спасибо, с победой. Спасибо.